Руководители детского дома в Магнитогорске могли похитить из бюджета 9 миллионов рублей. Подозреваемыми стали 5 человек. Директор, его заместитель и 3 бухгалтера, в том числе и главный. Следователи возбудили 2 уголовных дела по статьям мошенничества и служебный подлог. Как полагают сыщики, подозреваемые дурили чиновников на протяжении 10 лет. Было установлено наличие фиктивных хозяйственных договоров, по которым в детский дом якобы происходила поставка постельных принадлежностей, одеял, матрасов, подушек. По сути, данные договоры не исполнялись и были только на бумаге. А еще сыщики полагают, что подозреваемые завышали свой заработок. Кстати, предполагаемые аферисты уже уволены. Им грозят большие сроки за решеткой.